Возвращение с миссионерской поездки. Сегодня 23 июля 2013 год. Нас Барнаул встречает дождем. Слава Богу за все. Подъезжаем. А там уже слышны голоса сестер. Вот наш друг, четвероногий охранник. Наставник и духовный отец Игнатий Тихонович. Аллилуйя! Вот они мне приехали. Мир вам! Да, дорогой мой брат! Ой, даже вы наш Илон! Очень точно живые! Господи! Аллилуйя! Аллилуйя! А зонтик можно? Да, конечно, давай! Сейчас. Барнаул встретил нас дождиком 23 июля 2013 год. Вот он, наш ураган-благовестник. Пол Европы прошагал, пол Европы пометил. Сейчас откроют ворота. И мы прибыли на... Поездка завершена. Миссия 2013. Европа, Азия. 56 дней. Слава Богу за все. Сегодня 23 июля 2013 год. Все, заканчиваем. А вот это что у меня? Два дня назад появился. Это вот сухари. Игнат Тихонович спрашивает, коробки куда? Туда? Сейчас вон туда выносить будем. Так. Это сухари проявляются, да? Да. Так у нас-то нет, Виктор Андреевич? Ну, сравнил, 73 и 33. Разность возраста. Да. Понятно. Мир дому всему. С миром принимаем. Я... Что ты? Здорово, ну, Валя. Приехала встретить. Ну, как же, мир вам. С миром, дорогая. С миром. Мы за столом. Ну, замечательно. Пока не мешайте нам, мы едим и разговариваем. Замечательно.